Всем привет, народ! Усть-Каменогорск на связи. Сегодня вот ходят слухи, что где-то на Касцинке, где-то там в городе произошла какая-то авария, но это слухи. Официалы как бы отрицают это, и вот не знаешь, кому верить. Но на деле, да, как бы смотрим, что город не видно. Так что, может быть, что-то и прояснится, но слухи такие ходят. Привет! Сегодня мы пойдем с вами в такое место интересное, так как парки вам не нужны, вам, я смотрю, не нужен особо-то и город. Вы любите вот это вот всякое, какую-нибудь заброшку, какое-нибудь озеро, блин, где грязь какая-нибудь. Поэтому, друзья, давайте сегодня вот попытаемся пробраться на городскую свалку. Да-да, на свалку. Она находится вот в поселке Лесхоз. Вот это вот все дело. Но она, наверное, у нас самая центровая, что ли. Конечно, есть там и, по-моему, на опытном поле где-то. Но вот эта свалочка, она самая такая вот знаменитая. Поэтому сейчас я попробую вот через тот вход, через центральный прям проехать и попытаться через нее вот по этой дороге проехать и выехать туда уже, поселку Красина. Ну что ж, друзья, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Сейчас заставка и поехали. Ну что, друзья, будем пытаться прорываться через КПП. Да шутка, это не КПП. Ну как, контрольно-пропускной пункт вообще-то, да? Но не военный же не какой-то, это просто... просто свалка. Поэтому, в принципе, здесь вход как бы свободный. Свалка, свалочка. Так, раз машины уехали, там не напылят. Так, ну здесь пылище, блин, наверное. Сейчас хана моему велику придет. Такой песок какой-то. Ну ладно. Как бы газ газом на улице, а работать надо. Нифига песок такой, блин. Чего они его понасыпали? Ну согласитесь, это интересно. Так, дороги куда идут? Дорога должна вывести вон туда, к горе. И к поселку уже. Надеюсь, колесо не проколю. Она как-то интересно. Раньше вот тут валили. Тут заброшенный полигон уже, а вот сейчас как-то здесь. Ой. Ну и пылище. Капец, она прямо... О. Но она не такая уж и большая сейчас. Хотя вон там, вон на горе завалены. Они, наверное, одну часть, например, завалят, бросают, а потом в другую сторону переходят. Но я помню, вот здесь было. Что это за пыль, я не знаю. Не пойму. Пылище.
Здесь уже пешком надо. Как экскурсия по парку. О, какой поролон. Там тупик, походу. А там нету дороги спуска? Нету? Что-то я хотел сократить, блин. По низу? А, вон та, да? Ага, туда, к поселку. Спасибо. Ага, вот дорога. Так, ну ладно, пройдем пешочком, потому что, черт его знает, стекла порежем. А, вот она, дорожка. Блин, какая-то фигня зацепилась. Так. О, коршуны. Мне бы вот на ту дорогу спуститься. Так, ну ладно, поверху обойдем. Ну вот видите, как здесь, как бы он этот полигон, как-то он то ли меньше сюда возить стали в 90-х. Как-то он прям большой такой был. И, наверное, вот подзабросили уже. И вот в эту сторону пошли. Видите, вот этот вот мусор, он старый. Все, мне казалось, что вон там еще. А получается, в том году я со стороны снимал, ходил. Там... Вон там был мусор, тоже возили туда. А сейчас вот сюда, вот в середину. Ну, я говорю, они так меняют места, чтобы старый как бы перерабатывался. Ну, сам пластика сколько. Вот этот пластик бы перерабатывать. Сколько пластика-то реально, прям вообще капец. А он долго не, как сказать... Не перегнивает он там очень много лет. Мне казалось, вот эта дорога, я на карте посмотрел, она, в принципе, наверное, и была раньше. Вот сюда вела. Вот видите, друзья, я подвергаюсь какой опасности. Это за вот это лайк надо поставить хотя бы. Так. Мне теперь надо как-то выбраться. Фу, пылище.
это стекловато. Фу, блин. Нахрена я на ней стою? Так, надо вниз спускаться. Что я не вижу здесь больше хода. Ха-ха, трошачок. Это стекловато какая-то или урса. Фу. Надо к дороге выбраться. Так, где мы с терминатором только не побывали. Те, кто не знает, кто такой терминатор, вот, вот он. Это терминатор. Ладно, двигаемся дальше. К дороге приближаемся. Так. Где тут у нас? Вот, вроде уже что-то на дорогу похожее. Да, не видно ничего. Сегодня газок. Так, я почему наверх? Потому что она там по хребту, по-моему, идет. И там уже нормально можно проехать, не напрягаясь. Ой. Вот она, дорога. Сейчас мы налево поедем. Ну, куда эта дорожка нас приведет, если я не ошибся, то должна к горе Лесхозовской спуску в Красино. Там вот тюрьма. Ну да, правильно. Кстати, вон заброшки какие-то. Ха. Слушайте, друзья, а что за заброшки? Может, в другой раз к ним съездить. Ладно, но это, наверное, тоже какие-то дома здесь пытались строить. Не знаю, ладно, неохота спускаться в такой низ. В такой низ. Здесь вот. Вот, посмотрим свалку. Здесь она так наступала сюда, видите? А там люди живут, и как бы, наверное, я не знаю, остановились и стали уже там валить. Здесь куда дорога? Так, мне бы выехать вот туда, вон, Лесхозовской дороги. Мне неохота туда. Хотя, в принципе, что так, можно ехать всяко. Здесь прям
в горы, строят уже. Раньше не было тут домов. Здесь закуточки. Блин. Какой-то переулок. Нужно было вот по этой дороге. Так, ну она у нас куда-то приведет. Где-то выезд должен быть по-любому. Раз тут люди живут, как-то выезжать должны. Ну да, вот. Все. Из дебри выехали. Ой, ну все. Ну, короче, всем пока, друзья. Вот такой у нас сегодня был поход на свалку. В общем, до новых встреч. Пока-пока.